Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Росії планують мітинги проти влади через арешт опозиціонера Олексія Навального. Які це матиме наслідки для України, яка взагалі ситуація на сьогоднішній момент, будемо розбиратися разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» політичний оглядач Юрій Райхель. Пане Юрій, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, от для роз'яснення, сьогодні дійсно дуже багато інформації в новинах, на різних новинєвих порталах з приводу ситуації в Росії, з приводу опозиціонера Олексія Навального. Що там відбувається насправді? Розкажіть нам, будь ласка. Действительно, в Росії відбуваються некоторые события, которые в будущем, очевидно, будут иметь какие-то последствия для российской власти и возможного транзита власти, который, в общем-то, уже начался в России. И в этом смысле приезд и арест Алексея Навального, как выдвинувшегося теперь на первые позиции в российской оппозиции, он будет иметь, очевидно, какие-то последствия. Возможно, не самые близкие, но, тем не менее, в стратегическом смысле это будет достаточно серьезно для российской власти. Тем более, что тщательно продуманная пропагандистская кампания Навального и целая серия его разоблачительных выступлений, роликов, фильмов на сегодняшний момент завершилась, ну, прямо скажем, триумфальным показом того имения, даже трудно назвать, найти определение того, что устроил себе Владимир Путин на Черноморском побережье Кавказа вблизи Геленджика. Потому что уже на сегодняшний момент этот фильм, он продолжается где-то около полутора часов, посмотрело 20 миллионов человек. Это в Ютубе, ну, не только в России, конечно, но в том числе и в России. И хотя российская власть делает вид, что ну, ничего подобного нет, но ей не впервой это рассказывать, гораздо сильнее в этом отношении вот тот пропагандистский эффект, который имел этот фильм. И можно предполагать, что он станет некоторым движущим мотивом для тех людей, которые собираются выйти на улицы российских городов 23 января по призыву штабов Алексея Навального. Ну, трудно ожидать, что это пройдет по всей России. Наибольший интерес, конечно, вызывает то, что произойдет в Москве, в Петербурге и в Хабаровске. Хотя в Хабаровске минус 25 и даже минус 30, но тем не менее там в той или иной степени митинги продолжаются. Вот такая внутренняя ситуация в России, которая полностью сопрягается с внешней ситуацией. С приходом Байдена в Белый дом в Вашингтоне, уже буквально в первый, вчера была вторая половина дня, Байден уже подписывал первые указы, но, судя по всему, американский истеблишмент и американская новая администрация настроены довольно решительно в отношении России, и вполне очевидно, что в ближайшее время будут какие-то санкционные действия, в первую очередь со стороны США, а потом Европы, что тоже сопрягается и окажет определенное воздействие на то, что происходит в России. Ну, до речі, вже згадали, що 23 січня плануються мітинги проти російської влади. Взагалі, от я розумію, що прогнозів робити жодних не варто, все ж таки, в Росії революція можлива чи ні? Ну, революція можлива завжди і везде, але якщо говорити о ближайшому развитии событий в обозримой перспективе, по крайней мере, пока не видно каких-то событий, которые могут привести к кардинальным, не будем говорить революционным, а кардинальным изменениям. Запас прочности у российской власти достаточно велик, и в случае некоторого обострения социального положения, может быть, финансового или экономических каких-то неурядиц,
у них есть определенный финансовый резерв для того, чтобы просто попытаться залить деньгами возникающий протест. А вот в сентябре, когда будут выборы в Государственную Думу, и если к этому времени экономическая ситуация в России и в мире, а экономическая ситуация сейчас тесно связана с развитием пандемии и общим падением производства, да, тогда там возможны какие-то, ну, более-менее выступления, потому что уже совершенно очевидно, что российская власть взяла курс на фальсификацию сентябрьских выборов. Стоит задача получения конституционного большинства, хотя зачем это нужно, не очень понятно, но тем не менее. Потому что даже сейчас, если у них теоретически у партии «Единая Россия» нет конституционного большинства, но провести любые изменения в Конституцию, как мы видели летом этого года, не представляет никаких затруднений через эту Государственную Думу и этот Совет Федерации. Поэтому, тем не менее, такая задача стоит. Она невозможна без фальсификации подтасовок на выборах, и это может стать тем спусковым крючком, за которым могут последовать события. Но мы уже видели подобные события в 2011 году, кстати, тоже после выборов в Государственную Думу, и они ни к чему существенному не привели, кроме усиления режима и закручивания гаек. Ситуация сейчас несколько иная. И на что пойдет российский режим, ну, нетрудно предугадать, судя по тому, что сейчас происходит в Беларуси. Маленькая копия российского режима. Причем российский режим будет действовать более жестко, чем действует режим Лукашенко. Так что вот в перспективе осени текущего года, да, можно предполагать, неизвестно будет ли это, но тем не менее, можно предполагать какие-то существенные изменения в России. А як на Україну впливають або можуть вплинути такі дії в Росії? Знаєте, все, що происходит у сусідів, так, тим більше близьких сусідів, а у нас дуже близькі сусіди, це 2200 кілометрів общей границы, конечно, в той или иной степени влияет на нашу страну. И тут возможны разные варианты этого влияния. Разбалансирование российской власти в той или иной степени, транзит этой власти, персональные изменения в российской власти, их исключить нельзя, в частности, дворцовый переворот. Для российской истории это вполне обыденное, можно сказать, явление. Он может сказаться на нашей стране как в положительном, так и в отрицательном смысле. Я бы хотел сказать, что не все изменения, в том числе и кардинальные в России, могут быть положительны для нашей страны, потому что имперские представления российской элиты остаются достаточно сильными, несмотря на какие-то персональные изменения. Но, тем не менее, разбалансирование российской власти может открыть окно возможностей, например, для урегулирования на Донбассе, урегулирования в Приднестровье, хотя это другая страна, но это очень важно для безопасности нашей страны, особенно на ее юго-западном направлении, Одесская и Винницкая области. Это в той или иной степени может повлиять на какие-то отношения с Крымом, в отношении Крыма. Это в случае положительного развития, но может же быть и отрицательное. И очень опасно для нашей страны, если в России начнется смута. Смута, гражданское неповиновение, в том числе и гражданская война. Распадение России, распад России, о котором наши многие патриоты, ну, если не мечтают, то много говорят, несет определенные угрозы для нашей страны. В первую очередь поток беженцев,
Во-вторых, это страна с ядерным оружием, я имею в виду Россия. И в чьи руки попадет это ядерное оружие, мы тоже не знаем. Поэтому любое разбалансирование российской власти является довольно таким, ну я бы не сказал опасным, но очень важным, несущим в себе определенные угрозы, в том числе и для нашей страны. Поэтому здесь нужно быть, как говорится, начеку, быть очень серьезно к этому относиться, и самое главное, к этому нужно быть готовым во всех смыслах, в том числе и в экономическом, финансовом, ну и в том, о котором я сказал, и, наконец, военным. Что мы можем исключить, что в Москве придет какие-нибудь отмороженные имперские элементы, которые начнут еще сильнее проводить политику там, русского мира и так далее, в том числе и в отношении конфликта на Донбассе. Мы этого исключить не можем. Вероятность этого относительно невелика, но это пока. А что будет там, через полгода, через год, мы, конечно, не можем себе прогнозировать и представить. Дякую. Ви, от, до речі, вже сказали у своїй відповіді, що багато там українських патріотів, якщо не мріють, то хотіли б, жадали б, скажімо так, розпаду Росії. Хочу таке подвійне питання, з цього виникає. По-перше, чи є якісь погляди з приводу настроїв росіян, російських активістів? А по-друге, от у нас є теж наші українські активісти, які зараз і у соцмережах, і в принципі дуже активно поширюють таку думку, що от у Росії плануються мітинги 23 січня, ми хочемо, щоб на вулиці там, Москви виходило більше і більше людей. Чи не помилково українці так себе поводять? Який от у цьому сенс для українців? Чому вони, скажімо так, українці підтримують Навального, тому що це ворог Путіна? А чи це друг для українців? Ну, о том, что вы знаете, когда-то Герцен сказал, что российская демократия кончается на Польше, это касательно было польского восстания 1863 года, так можно сказать, что российская демократия кончается на Украине, нынешняя российская демократия, потому что у российских демократов в отношении постсоветского пространства, и в первую очередь Украины и Белоруссии, не существует существенных различий с российскими империалистами и имперцами, потому что они все так же относятся к Украине, как и их предшественники. И Навальный тому реальное подтверждение, потому что его выражение о том, что Крым не бутерброд, чтобы его там бросать туда-сюда, полностью отражает представление российской элиты, неважно какой, пропутинской, оппозиционной путинской, антипутинской. Они все в этом отношении достаточно националистичны в империалистическом смысле этого слова. Если бы они были националистами, которые занимались бы внутренним преобразованием России, то для нас это было бы наилучшим вариантом, если бы они устремлялись не вне своей страны, а внутрь своей страны. Но таких националистов в демократическом лагере практически нет. И поэтому я бы не стал существенно радоваться тому, что будет, там будут какие-то персональные изменения в российском правящем классе. Мы сейчас не можем предугадать, в каком направлении пойдут эти изменения, но я не стал бы предполагать, что эти изменения кардинально изменят отношение Москвы в таком расширительном смысле по отношению к Украине, Белоруссии, там, Молдове и так далее. Ну, а если говорить уже о более дальней перспективе, о чем мы уже говорили, о так называемом распаде России, на ее фрагментации, то тут есть, мы уже говорили о тех опасностях, которые могут быть. И самое главное, что мы не знаем, в каком направлении пойдет этот распад. Он как будет происходить фрагментация России? Она распадется на относительно большие куски, там Дальний Восток, Сибирь, Урал там, и так далее.
или она будет распадаться на более мелкие какие-то фрагменты, там, например, Поволжье, Татарстан, Северный Кавказ, ну и так далее. Поэтому мы, это очень такой сложный и опасный для соседей России процесс, который в какой-то степени мы можем, ну, взять в аналогию распад Российской империи в 17-20 году прошлого века, когда вроде бы ослабленная Российская империя под большевистским руководством проявляла крайнюю агрессивность по отношению к своим соседям. В первую очередь к Украине. Мы знаем, чем закончилась эта война советско-украинская 18-20-х годов. По отношению к Польше, советско-польская война. По отношению к Центральной Азии. Поэтому надо быть крайне осторожным в своих подходах к выстраиванию отношений даже к будущей России. Хотя Навальный назвал ее «прекрасная Россия будущего». Но насколько она будет прекрасна для своих соседей, ну, пока предугадать очень и очень сложно. Дякую. І хочу так під кінець, ми почали з новин, про те, що у новинах є багато інформації, і закінчу теж тим, що з'явилася нещодавно інформація з приводу того, що в Росії плануються навчання військові, Захід 2021, і що там Україні, можливо, треба боятися цих військових навчань, чи дійсно це так, чи для нас взагалі не буде жодних наслідків цих навчань? Ну, бояться не следует, надо быть готовым. Как говорится, порох нужно держать сухим. Но эти учения, не сказать, что особые, это стандартные учения. Они проходят практически каждый год в России. Учение «Запад-2020» будет ориентировано не на Украину. Его ориентация – это Беларусь, страны Балтии, Польша. Это всегда так было еще в советское время, и так же будет и в данный момент. Военная опасность в Украине в основном сосредоточена на наших восточных границах. Это Донбасс, это Южный военный округ Российской Федерации с центром в Ростове-на-Дону, там его штаб и в других местах. Это сосредоточенные танковые подразделения российской армии в Курской и Воронежской областях в направлении Харькова и Чернигова. Вот это действительно есть определенная опасность, но она, в общем-то, не вчера возникла. И надо полагать, что наш генеральный штаб к этому относится достаточно серьезно. И мы соответствующие планы по отражению возможной агрессии существуют. Я не думаю в политическом смысле, что сейчас Россия готова начать крупномасштабную войну против Украины. Для этого у нее нет политических основ и, самое главное, ресурсов. Мы несколько преувеличиваем боевую мощь российской армии. Хотя она очень многочисленна, но реальных подразделений, которые в состоянии вести серьезные боевые действия, даже по тому, что пишет специализированная российская пресса, их не так много. И воевать с такой страной, как Украина, с очень большой протяженностью фронта, это очень сложно даже для современной российской армии. То есть какие-то действия возможны. Обстрелы на Донбассе там, и так далее, сосредоточение в Крыму, достаточно серьезной боевой группировки. Это все возможно. Но это способ политического давления. Пока такой крупный военный конфликт между Россией и Украиной не просматривается. Не в том положении Россия и не такое ее международное положение в Европе и в отношениях Соединенных Штатов, кстати, как и с Китаем, чтобы она сейчас затевала крупномасштабный конфликт со своими соседями. Это касается не только Украины. И поведение России на Южном Кавказе в конце прошлого года только подтверждает такой вывод.
Дякую вам за відповіді, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорили про ситуацію в Росії. Там планують мітинги проти влади через арешт опозиціонера Олексія Навального. Які це матиме наслідки для України, сьогодні нам розповідав наш спікер, політичний оглядач Юрій Райхель. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.